toy design. These capitalist serpent politicians gladly take our bribes, but they never honor their side of the agreement. It's time to show them we have to be taken seriously. Once it has gone to air, this video recording will set the nation ablaze. So, comrade, go to the Panao News Network. We'll stream the video to you there. Then it's up to you to use their equipment to transmit the film. There will be riots in the streets tonight. Ага. Прямо чувствуется радость, как приз тоже. Тан-тан-тан-тан. Я думаю, пока что все. Я тут наигрался немножко. Так что... Продолжаем мы играть в эту игру. Так, что я сделал? Не надо мне это. Так. Да они даже машину не дали, вы еще падлы. Сколько? Ой, 1,5 километра. Обалдеть. Окей. Я так и не понимаю, почему я не могу вызвать этого гребаного мужика, который продает мне все. Because why? Так, снижаемся, поднимаемся. Ну ладно. Но вообще ничего нет. Окей. Я понял. Что-то ничего не понял. We are ready to send the video, comrade. You must line up the 4 dishes on the platforms to initiate the download. Soon, very soon, the uprising will begin. Oh, comrade, my body trembles with anticipation. Oh my god. Spider-Man. What you reason, you Spider-Man? На-н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 а. Блин, вы чё? Хелло! Да, блин, эти подрыгников теперь вообще до жопы. Так что? Что? Привет. Как дела? Не взрывайся. Я знаю, они любят взрываться, когда я рядом. Так. О, как сложно. Не знаю даже, что делать. Не играл я в Resident Evil. Ни в God of War. Ни еще в миллион игр. С QTE.
ни в Байонету, да, первую, вторую. Вообще не играл. В Йоник команды не играл. Яндеху, иди сюда. Ему надо на все запрыгнуть. Heavy Rain. Боже. Все поносят Heavy Rain за то, что она типа киньте, но они даже не пытались играть на сложной сложности. Там настолько твои руки будут полностью заняты, что вы охереете. О, пулемет. И чё? Ну и чё? Ваша турель, ну чё, депай? О, еще одна. О, еще одна. Привет. Блин. Блин, давай. Да мне-то пойти хп взять, чё? Окей. Да, вы посмотрите, она как эта турельки испортила. До сих пор буду стрелять, пока весь боезапас не выстрелит. Не знаю. Пока не отключится. Чё им отключаться? Так. Сейчас какое-нибудь говно прилетит. Disappear and are now nowhere to be found.
Chances are that this is what happened to them. The time has come for the people of Panao to strike back against the oppressors. The time has come, Panoans, to lift the steel-clad boot from your neck and throw the oppressors down. Do not be a victim of your own fear. Your destiny is in your own hands. Ну ок, привет. Флаг поганый. Хотя там еще 14 секунд было. And that concludes our broadcast day. Что? Закончи предложение, пожалуйста. Я знаю, что я этим тоже обладаю, но все-таки. Все-таки он герой, как бы должен сказать что-то крутое. Я-то не герой. Всякое говно. Телепортните меня туда, пожалуйста. Я хочу телепортнуться уже. Не хочу. Так можно домой ходить? Нет, понятно. Ну, мать перемать. Я хочу с синими встретиться уже, наконец. И я хочу еще, чтоб... Привет. Хэй. There is no need for alarm, citizens. Please stay indoors. For the duration of the day, we will now play a selection of soothing music in honor of our great president, Pandak Panai. О, он прилетел, он снизошел на нас. Наконец-то, мой идиот-то срано. А теперь я могу эвакуироваться. Обалдеть. Спасибо. Я тебя обожаю. Да, хоть миллион за это надо дать. Я буду этим пользоваться. Сюда, наверное. Да? Давай. Лети. Я понял. У меня месте, ей, мне туда. Еще до хрена километра. Ну, 3 километра хотя бы, не 700. Да боже, мне надоело это радио. Убейся уже. Здрасте, твой порт какой-то там. А, не простреливается, окей.
Полковник Юн. Юн, юный. Юнитка. Юнатка. Откуда-то я вспомнил юнатка. Юнатка. Только не помню откуда. Нормально. Застал и спрятался, но я тебя нашел. О, гранаты. Мой юный полковник. Что это решает в этой игре? Все просто. Все. Хотя не в каждой практически игре решает. Right here, right now, I kill you. Прилетело мое золото. Прилетело. Так, давай. Давай, моя любимая. Моя красивая, моя красавица вообще. Ать. Ать. Давай, оп. О-о-о.
Я успел. Я раскрыть успел, все. Не, ну мне все равно надо повышать, да? Хаос. Так что. Похрен. Эспаньоля дель Поро. Я не знаю. Я не знаю, зачем эти части, я их как-то не использую. До сих пор. Эх, разрушать-то нечего. А, это не ломается, видимо. Ну ок, можно сваливать. Что делать? Наверное, их надо оружие прокачивать, да, как-то? А, чё-то... Мне с этим нормально как-то. В голову убивает все. Типа, если дождь вот так летит, наверное, ветер меня должен задувать, нет? Или нет? Оп, все окей. Нет, нет брони. Привет. How do you? Bob do you? Так, ладно, позвоним, пойдем. Вы как-то мне другого напоминаете немножко, одного. Нам тоже меня также забрали. Обкуренные какие-то два хмыря. Поместье Размана. Танахрая. Рая, давай. Раечка. Ты еще кто? Я Разах Разман. Some call me Reza. I am the leader of the outfit known as the Roaches. I hear you might be looking for help. Right you are. I have heard about your handiwork, Scorpio. I do what I have to get the job done. Ah, that is good. I hope we can reach a mutually beneficial agreement. I'll be honest, Mr. Razman. I have my reasons. I'm contracted to find and kill an American. Interesting. Do tell me more. A very dangerous man, with a price on his head. And they say you are the one to ask. Indeed. If you work for me, you will enjoy all the benefits of our organization. Пока что я работал на две организации, которые ничего мне не сделали. Вот ничего. Так что тебе я как-то тоже не верю. You are very to the point. No chit-chat. I respect that. You have a deal. О, ты со мной летишь. Окей.
Может, еще пушку возьмешь, как бы пулемет наркотиками обдолбишься. Дай угадай, мне надо довести одного человека до какой-то хрени, а отстреливаю из пулемета. Белабухан Саудагар is the greatest harbor in Panao, and has always been a great conduit of contraband for businessmen such as myself. Sadly, the president has locked down the harbor to any commerce other than that of the government. I need you to help us seize that harbor. It is time Belabuhan Saudagar got a new harbor master. Oh, это целый город. Окей. Let my men lead the way. То есть мы помогаем трем диктаторам свернуть другого диктатора, чтобы они стали диктатором, чтобы мы могли свергать диктатора. Там полковник Юань. Я хочу Юань. Юань — это же валюта в Китае, нет? Или в Японии. У меня бы вертолет. We cannot get in. Scorpio, you must find a way inside and open the entrance from there. Hold this position, Roaches, and cover the Scorpion. The harbor is now open for business. Move out. We must take that next blockade. Keep at it. Нормально, мужик просто стоит такой, ну я ничего здесь не делал. Вот убьем его. Изи. У меня есть свои причины делать это. Часть оружия. Снайперс! Kill them, Scorpio! Окей. Good! Move out, Roaches! Оу. Ну это немного так, ну чё? Окей. Ну блин, 4 гранаты, куда тебе? Жетрест поганый. Хотя он и правда немножко большой. Их 3. Их 4. Сколько их здесь?
Опа, на, что нашел? Mounted gun! Scorpio, take it out! Я надеюсь, вы вылезать не будете, как идиоты. The coast is clear. Move out. We're here. Scorpio, watch my back while I hack into the system on this terminal. Stand fast now, Rochelle! Here come the government dogs! Damn it, keep them away! I just need to watch! Оу, я, бэйбэ, мы с тобой займемся любовью. Прямо okay, шефа, та-та-та. Оу, шефа. Вау, как далеко это я сюда пошел. Вау. Ни хрена их тут заданий-то понапичкали. Нет, я не буду этого делать. Хре. Красный или синий? Где там этот юань мой? Юанюшка, я иду. You know about the faction leaders, yes? Игра вылетела. Просто потрясающе. Потрясающая игра. Вылетает 300 раз в день. Так что она не потрясающая игра. Еще не вы, только вылить в один. Если вам нужны вылеты, баги, это ко мне. Я не знаю, почему другим ведет. Не. С этим я на юаня не пойду. Он слишком козел. Ладно, эвакуация. Эвакуируй меня полностью. Может, что по снаряжению есть? Пистолет. Окей. Это даже улучшать не надо. Окей. Это что за чмо? Окей, здесь довольно-таки мало оружия, как оказывается. И как улучшить-то? Например, улучшение. Звездочку на звездочку, я не знаю. А. Где еще хоть что-нибудь? Вот гранаты точно надо прокачать. Я думаю, пистолет может немножко. А этого пистолет-пулемета нет? Револьвер вижу.
Не-а. Вот его не вижу. Вот, то есть он вот, вот он. Но я сделать ничего не могу. Эвакуируй меня полностью. Понятно. Мне надо куда-то сюда. Не можешь меня сюда? Ну сюда, ну по... Ну боже. Ну ладно, сам долечу. F1. Я все забываю, что карта F1. Полетели. В страну далекую. Нет. Мне не интересно. Вот, ну. Я знаю, что это ты, тот мудак, который мы, которого мы ищем. Так что давай. Да боже, кто еще это может быть? Кроме него. Никто? Окей. Пока мы очень интересно летим, я посмотрю за окно, где сражаются два ворона. Или вороны. Вороны больше, я бы сказал. А, мы не долетели, да? Отлично. И Лорена прыгает два раза, чтобы приземлиться на другую веточку, где я ее уже не вижу. Понятно, окей. Спасибо, Ворона. Коза. Теперь мне придется смотреть на то, как мы летим. Общий хаос 42 000 124 000. Я не знаю, сколько это надо, наверное. Если больше, то фу. Если не засчитается то, что я все сделал, иди в жопу, игра. Я лечу. Лечу как могу. Интересно. Лучше бы христианский рок послушал. Я не знаю, он багует как-то его. Его колбасит. Ты. Да, ты что? Then let everyone know I'm looking for this white tiger, and I'm prepared to pay for information. Да, еще передай, что мне нужны трусы 5-го размера, а то мои провалились. Я не знаю, почему она должна это передавать. Как бы ей будет невыгодно, если другая группировка узнает об этом и будет... Бред. Я не выигрываю, чтобы другая группировка захватила с помощью своего, точнее, того наемника, которая могла нанять она, чтобы захватить ту же самую местность. И просто невыгодно говорить об этом. Я так понял, говорит то, для кого я больше всего выполнил задание, да? Ну и пойду ей помогать, чё, мне насрать на эту страну. Как и на предыдущий, там все разрушил, все
хотел на этих, на повстанцев сваливать. Здесь все разрушу. Так, можно сваливать уже. Чего у меня хп так сразу отнялось? Страх? Инфаркт? Главное, чтобы меня никто не сбил. А то вон я вижу. Как интересно, мать вашу. Круто и забойно, говорили они. Но вижу только грёбаные я, серые земли. Нет, почему мне сделать линейную эту игру? То есть, они смогли бы придумать что-нибудь круто оформить, да, то есть... А? Они делают вот такие одинаковые. Оба-на. Тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ. Оу, щет. Оу. А да, я могу бегать. Я забыл. Бежим. Бег, конечно, у него. Ты кто? The sloth demon told me you'd know where he is. Campang, you say? Rings a bell? But I don't know who you are. Я мистер Деньги. Yes, Campang. Now I remember. He has run into some bad trouble with his gambling debts. I hear they are going to have him executed. If you hurry to the old gambling warehouse in the desert, you might still catch him alive. Казино опять. Опять казино. Чего одни казино? Я не хочу в казино. Нет. Патроны ты можешь подбирать. Так что застрелить его было бы легче. Где он? Да-да, нельзя. А что можно-то? Слушать тебя. Тот мужик, которого я ищу, то есть Белый Тигр, давай тебя называть, я не помню, потому что как тебя зовут? Да, денег у меня, конечно, не маловато. Для всего для покупки всякого говна. Это снайпер. Воки-токи. Воки-токи. Я никогда не знал, почему они назвали это воки-токи. Это как, ну, по-детски звучит. Воки-токи. Снайперка.
Да. There was a small disturbance. We dealt with it. Good. Конечно, мы будем говорить на английском, великом и могучем американском языке. Should have thought about that before you threw away our money. I swear I will make it right. Please, not like this. Take out the executioner first. Now, my old friend, we shall part ways. Hey, you! Stop. Please, mister, help me get out of here. Такой стоит, нормально, все нормально, меня не убьют. Come on, let's go, they'll kill me for sure. Если бы хотели, уже бы убили. Даб... Нет, не даб. Оу. Да ты гад, мой. О, ну привет, я не знаю, где я даже. Ну это в чем виноват? Опять. Он такой вышел, стоит, ну, стреляй по мне, мужик, давай. То есть нет бы, он бы спрятался хотя бы. Прятался бы. Понятно. Украли все. Come on, let's go. They'll kill me for sure. I see the target. Please, mister, help. А? Где? Козёл. Да не... О май гад. Че за имбецил? Ой. Зачем он туда идет? Я не понимаю. Бред. О май гад. Ладно, окей. Окей. Чувство самосохранения у него нет. Идиотизм есть. О, здесь все идиоты. Я не знаю. Один идет за тобой, хотя как бы не должен. Come on, let's go, they'll kill me for sure! Please, mister, help me get out of here! Подожди, дай под... О май гад, идиот. Боже. О май гад, стой, твою мать. Thank you. You saved my life. I'm not here for your benefit, you worm. I'm looking for the white tiger. Okay. Okay, I take you to him. Get on one of the bikes and follow me. And follow me. Follow me. Try to keep up. The white tiger doesn't like waiting. Да, могу прицепиться как бы к твоему говну.
И там сейчас сидит Пейган Мин такая: ну керат, я просрал, ну и ладно, сейчас буду это просирать. Где кто? Ну это уже получше. I thought we were going to get killed. Now, let's go to the hideout. Пёхом? Ну окей. Пёхом так пёхом. А нет, тут кто-то поставил ток. Любя, сейчас одну минуту. Давай. Поехали. Не, не сработало. Мужик, подожди. Ой. The White Tiger is American, you know, but he's a good man. Every time I gamble my money away, he would help me, so I could keep providing him with info. I am grateful. I hope you will treat him well when you meet him, huh? I only wish I could have been less of a disappointment to him. Чем мне грёбаный мотоцикл? На нем неудобно ездить, на этом хотя бы хоть как-то можно. Навстречу с рассвету, закату. Вроде закат, а вроде рассвет. Вроде закат. Окей. Soldiers, there's a price on my head, you know. You're going no place till I've seen the White Tiger. If the soldiers haven't killed them, they've evacuated. Maybe you can find some sort of clue. These people are always leaving something behind. Я такой злой. Беги. They have located a data device, probably one left for you by the White Tigers. You should get it before they figure out how to read it. Hopefully something helpful for a change. Enemy located. All units attack on site. Oh, shit. Hold your ground! I almost have this thing figured out! Полковник. О, деньги. Шелдон. Шелдон. Сюда иди, тварь. Enemy located. A chopper. Seems my ride's here. А вот мой конь.
Конь, садись. Я не знаю. Он будет садиться? А. Окей, все, можно садиться. 3, 4, 1. Хур-хур-хур-хур-хур. Учим математику. Быстро. Может, что-нибудь собил? О, взрывы есть. Окей. Окей. Охереть, что я сделал.